довольны ли вы содержанием сегодняшней игры? Кажется, казалось, что в начале матча что-то не получается, у команды более в оборону села. Вот, и гол, автогол изменил ход игры. И два, конечно, недоволен. Еще и на выезде плохо сыграли. Какой-то спад, что ли, команды. Не знаю, будем разбираться. То, что в оборону сели, но команда чувствовала, что давление, может, из-за этого, хотя на установке было сказано, что с первых минут навязывали свою игру, почему-то мы не могли взять мяч под контроль. Какая-то чувствовалась неуверенность. Я думаю, что это, скорее всего, из-за давления, потому что дома перед болельщиком каждый футболист хочет себя проявить. Боязнь ошибиться, вот это сказалось. Содержание, конечно, сегодня в целом очень слабо. А как чувствует себя игрок, который получил травму во время игры в воде скорой? Какая скорой помощи? Я спрашивал, пока информации нет, но, кажется, повезли мы с ним. А еще в концовке матча было много карточек, игра как бы вспылила, что ли, можно сказать. С чем это связано? Связано с тем, что соперник, что мы, никто не хотел уступать, все, борьбу пытались выигрывать, и, естественно, это нормально. Конечно, мы не призываем, чтобы они играли грубо, но проявлять характер, бойцовские качества, это я, наоборот, поддерживаю все вот это. Спасибо, удачи. Спасибо вам. Иван Викторович, что не получилось у команды? Почему такой результат? И вроде первые 15 минут были хорошими, а дальше игра не складывалась у вас. В первую очередь не получилось созидание, было много брака, много потерь. Мы связываем это, наверное, все-таки с погодой, потому что довольно жарко сегодня. Ну и у ребят не получалось многие вещи, которые, в принципе, простые, элементарные. И, конечно, автогол немножко их надломил, что не должно быть. Мы в перерыве им говорили, что нельзя останавливаться, нужно продолжать. Ничего не потеряно. Еще играть много, можно переломить. Но не сложилось. Сегодня довольно-таки внушительная поддержка у вас была. Чувствовалась ли она? Да, конечно. Родителям большое спасибо, что ездят с нами на каждый выезд. И нам сегодня стыдно за свою игру перед ними. Все, спасибо, удачи. Напряженная получилась игра. На ваш взгляд, что не получилось в сегодняшней игре у вас? В первую очередь хотелось бы поблагодарить свою команду. Все хорошо играли. Все получилось. В целом неплохо. Вот в концовке у вас был момент, когда один на один вышел игрок. Как вы думаете, почему не удалось попасть в ворота? Только вышел неуверенный. Так все неплохо. Все, спасибо, удачи. Вот до автогола вроде команда вела игру. Что не получилось именно? Почему так повлиял автогол на вас? Не знаю. Возможно, гол расклеил просто команду. Мы хотели собраться, но не получилось, наверное. А что в перерыве тренер вам сказал? То, что первые 15 минут доминировали, команды противоположной вообще не было на поле, а потом просто подсели, и все, ничего не стало получаться. Все, спасибо, удачи.